Я вам, ребята, на мозги не капаю. Но вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою? Кого это забирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипелись, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эй, жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан. И тут им папу римского подкинули из наших, из поляков и из славян. Сижу на нарах я, в Наропоминске я, когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римский я, а в мамы взять естественно тебя. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и Ватикан. Судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении. Вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении? Аятолла и даже Хомейни. Всю жизнь мою в ворота бью рогами, как баран. А мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот вместо Холдемейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был и ранее, второй бы выбить, ночью подловив. Ты ни к чему сейчас в Иране я, то я бы мог поехать в Тель-Авив. Плывут у нас по Волге ли, по Камели, таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там мало, делать нечего вообще.